Всем привет! Вы на канале «Вкусняшки для семьи». И сегодня мы приготовим с вами ленивые пирожки. Две картошки, и в итоге получается целая гора пирожков. А вот и ингредиенты. 600 грамм картофеля нарезаем на кубики и ставим вариться. К нарезанной картошке добавляем 1 чайную ложку соли, заливаем холодной водой и ставим на газовую плиту вариться. Картошка уже остыла, но она еще теплая. Мы должны помять ее в пюре. А теперь добавляем яйцо. Одну чайную ложку сахара. И одну чайную ложку с горкой дрожжей. Перемешиваем. Теперь добавляем картофельный отвар 200 мл и сюда же добавляем 20 мл растительного масла. Все это перемешиваем лопаткой. После добавляем муку. Я сюда добавила 3 стакана муки. Смотрите по своей муке. Можно добавить от 450 до 500 грамм. Добавляем просеянную муку в 2 этапа. Сначала просеиваем первую половину муки. Все хорошо перемешаем. А потом просеиваем оставшуюся муку. Убираем лопатку и замешиваем тесто руками.
Вот такое вот мягкое, не липнущее к рукам тесто у нас получается. Немного подпыляем мукой, накрываем полотенцем и оставляем тесто на 40-50 минут. Тесто должно хорошо отдохнуть и увеличиться в объеме. Переносим тесто на стол. Посмотрите, какое мягкое, нежное, живое тесто у нас получилось. Делаем легкую обминку. Собираем тесто вот такой вот комок. И разделяем его на три равные части. А теперь берем первый колобок и раскатываем. Раскатываем не очень тонко, пласт приблизительно толщиной 1 сантиметр. И вырезаем вот такие вот круги чашкой. Обрезки собираем, они нам еще понадобятся. И теперь берем противень, который немного посыпаем мукой, и все наши заготовки переносим на противень, на расстойку. Продолжаем делать заготовки. За это время они немного подойдут. После этого мы будем жарить их на растительном масле. После собираем все обрезки теста в один комок и снова раскатываем. Аналогично делаем заготовки. Начинаем жарить пирожки. Наливаем много масла. Окунаем шпажку. Если вокруг шпажки собираются пузырьки, значит температура масла достигла той необходимой. Время от времени переворачиваем пирожки, чтобы они стали воздушными. После чего доводим их до готовности. Готовим до румяной корочки. Вот такие потрясающие картофельные ленивые пирожки у нас получились. Ну вот и все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал «Вкусняшки для семьи». Ставьте лайки, пишите комментарии.